Всем привет! Мы вступаем в самый жесткий период 2022 года. Что это вообще значит? Что с 24 октября и 2 недели после может быть такое максимальное напряжение. Ну, например, в информационном поле, да, обилие негативных новостей, общее такое мировое напряжение. Для канала «Домашний» на меня снимали, мне там задавали вопрос о ситуации, скажем так, в мире. Я говорю, что вот этой осенью будет максимальное напряжение. И, возможно, будет такой момент, когда мир просто замрет. Я вот говорю именно об этих двух неделях. Поэтому новостной фон может быть, ну, очень жестким. Далее, психоэмоциональное состояние. Оно может быть у людей расшатано. Люди могут чувствовать некое давление, некую подавленность, некую обреченность, даже если они не смотрят новости, понимаете? Это просто очень сложный период для психики. Для людей с расшатанной психикой это вообще опасное время, они могут реально начать чудить, это уже все происходит. Но вот именно в эти две недели это такая пиковая опасность проявлений. И обилие форс-мажоров это тоже сейчас сплошь и рядом, и снова-таки в эти две недели может происходить самые, скажем так, невероятные, неожиданные вещи, не обязательно на мировом фоне, это может быть и в вашей жизни, и это тоже наблюдаю. И отсюда простые правила, как пройти этот период. Ну, во-первых, замедлиться, это не очень хороший период для большой активности, и вот за обилие всего этого, понимаете, то есть всевозможных форс-мажоров, психологического напряжения, негативных новостей и так далее. Я вот прямо сейчас вижу, многие какие-то свои проекты пытаются запустить, там что-то реализовать, это плохо заходит, потому что люди, они вообще сейчас думают о другом, переключены на другое, им сложно что-то такое вот восприять, ну, да, принять для себя. Далее. Помимо вот этого замедления, отсутствия такой вот активности, очень важно быть осознанным. Что такое осознанность? Это понимание, что ты делаешь и для чего. Вот, почаще себе задавайте вопрос, зачем я это делаю. Вот в эти две недели это очень важно, понимаете? Может, кстати говоря, вот этот коридор затмений, он хорош для чего? Он хорош для изменения некоторых привычек и подходов. И, возможно, у вас будет озарение в этом коридоре, вы поймете, что вы, например, многие там года делаете какую-то хрень. Вот не нужно это давно уже делать. Ну, вот вы просто по привычке делаете, и самое время отказаться. Ну и третье, конечно же, аккуратность. Здесь просто не нужно рисковать даже всевозможных мелочах. Лучше 100 раз перепроверить утюг, закрыли ли вы дверь и так далее. Вот предосторожность вот эти две недели не может быть излишней, поверьте мне. Ну и четвертое, если вас сильно вот, психоэмоциональная ситуация подавляет, то вам в помощь природа. Физические нагрузки, это прогулки, спортзал, пробежки, кому что. Ну и всегда почти рекомендую контакт с водой. То есть ванны почаще, походы в бассейн. Вот если вы живете в теплом климате, то там к морю и так далее. Вот в это время это тоже никак не будет излишним. Это очень даже будет замечательно. Потому что в это время надо максимально разгружаться. И пятое, это касается 25 октября и 8 ноября. Это использование всевозможных защитных амулетов, стоит сжечь свечи в этот день и тому подобные вещи. Вот в эти дни это тоже не будет лишним. Вот точно нет. Лучше оденьте, лучше носите с собой там свой оберег, там, вот, там, какие-то благовония, обкурите помещение. Вроде бы мелочи, но эти мелочи могут, возможно, ну, отчасти, возможно, помогут вам избежать негативных ситуаций. Вот. Это фактически ничего не стоит, но может иметь хороший для вас эффект. Вот так вот все на самом деле довольно просто, но само время непростое. И ключевой такой момент для его прохождения – это понимание, что идет непростое время. Еще очень часто заметю такую вещь, что люди благодаря эго постоянно концентрируются только на себе. То есть они думают, что только у них проблемы в это время. Вот я такой весь несчастный, за что мне это Господь послал, я весь такой замечательный, а у меня вот несчастье, и не замечают, что вот подобные ситуации проходят там и у Пети, и у Васи, короче, и у Нади, и у Лены и так далее. Вот у меня есть знакомая там практика, у нее постоянное состояние, почему вот здесь не получилось, почему вот тут пошло не так, я говорю, ну период такой, ну обрати, вот у этого пошло не так, у тебя пошло не так, и вон то еще пошло не так. Ты не одна такая, это период такой, вот нельзя быть постоянно активным, иногда самая эффективная тактика ничего не делать, понимаете? Вот, и вот в этом коридоре затмений, возможно, она будет одной из самых эффективных. Но вот так вот, всем счастливо! Мистер Костин, мы утащили у русских женщину-медиума, которая общается с духами.
Идемте. Она предскажет вам будущее. Как нам удалось ее стащить? Приветствую в потустороннем мире. Все, хватит. Дай-ка майору погадать. Вставай. Уходи давай. Сейчас узнаем, какая его ждет судьба. Хорошо, гадай. Скоро начнется бой, мадам. Даже потусторонняя помощь будет нам, кстати. Да. Вы путешественник? В прошлом. Вместе с моими друзьями, которые перевелись сюда, чтобы мы все были рядом. Дайте мне руку. Держите так. Слушайте мой голос. Это какой-то лес? Вы мечтаете попасть в какой-то лес? Я хотел отыскать затерянный город. Можете сейчас представить, что вы там? Надо представить его в голове. Да. Я его вижу. Вы не сможете закрыть глаза на это видение. То, что вы ищете, гораздо значительнее того, что вы когда-либо представляли. Громадные территории были заселены людьми. Ваша душа не успокоится до тех пор, пока вы не найдете это место. Это судьба. От нее не уйти. Этим открытием вы потрясете весь мир. Весь мир и так трясет, он уже в огне. Нам надо придумать, как потушить это пламя.